Средняя общеобразовательная школа номер 220 – первое учебное заведение в Заречном, получившее статус бюджетной организации. Вид и тип школы остались прежними. Изменились устав, лицензия на право ведения образовательной и медицинской деятельности, свидетельство государственной аккредитации на право выдачи аттестатов об основном и среднем образовании. С 2011 года педагоги будут работать по тем же программам, но в учреждении, имеющем новый статус. Бюджетным учреждением признается любая некоммерческая организация, созданная для выполнения работы или оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения и так далее. Отличие бюджетного учреждения от муниципального множество. Одно из самых важных – то, что теперь в школе будут выдаваться муниципальные задания. Например, в муниципальном задании будет прописано, что мы должны выпустить 50 учащихся или там 100 учащихся с аттестатом о среднем полном общем образовании. Мы берем на себя обязательство это сделать, и под это задание выделяется субсидия. То есть под каждое муниципальное задание идет финансирование. Еще одно отличие – возможность самостоятельно брать кредиты на развитие школы. Кроме этого, бюджетная организация вправе сама распоряжаться заработанными деньгами, например, от сдачи помещений в аренду или оказания платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги никоим образом не могут подменять того учебного плана, который существует. То есть тот объем часов, который идет по учебному плану в школе, он для родителей совершенно бесплатный. Как было 36 часов обязательно недельной нагрузки в 11 и в 10 классе, так они остаются. Потому что в Конституции Российской Федерации, в законе образования четко прописано, что образование у нас бесплатное. Платными образовательными услугами могут быть, например, подготовка учащихся к поступлению в высшее учебное заведение, изучение второго иностранного языка или, по желанию учащихся и родителей, какого-либо другого предмета. В ближайших планах руководства среднего общеобразовательного учреждения номер 220 открыть здесь школу раннего развития. Елена Степкина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».